Наша жизнь – это не прямая линия. Ее движение непредсказуемо. Жизнь состоит из взлетов и падений и напоминает линию сердцебиения. Пока есть пульс, мы живем. Но мы придумали себе другую реальность. Мы хотим, чтобы у нас все было ровно и спланировано. Чтобы вся наша жизнь была разложена по полочкам. Выучиться, поступить, устроиться на работу, жениться, в общем, исполнить свой долг, который ежедневно навязывается нам обществом. И в какой-то момент вся наша жизнь становится предсказуемой, а спланированный сценарий перестает нам нравиться. И каждое утро человек просыпается и ненавидит то, что делает. Но все равно продолжает держаться за свой план, пока обстоятельства не выбьют землю из-под ног. Потому что жизнь – это не прямая линия, следующая твоему плану. Да, из-за дорожной пробки ты можешь не успеть на решающую встречу, но в итоге чудом избежать автокатастрофы. Разве это не показывает, что есть что-то вне нашего контроля? Кто-то, кто посылает нам все эти случайности и возможности. Через внешние обстоятельства сам Бог стучится в твое сердце, чтобы показать тебе, что именно Он, а не ты, автор твоей жизни, и поэтому может помочь тебе создать лучший сценарий твоей жизни. Стоит только довериться Ему.